Jesus Christ is everything. Иисус Христос, Он все. Он все во всем. Он более чем достаточен. Он центр вселенной. В Колоссянам 1 главе говорится, что Иисус Христос, Он образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари, ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое. Мы с вами, это было для Него, и через Него мы были созданы. Он был до всего созданного, и все им стоит. Он есть прежде всего, и все им стоит. Какая утешительная мысль, что Иисус Христос держит все вместе. Это такое уникальное время сейчас, когда мир, кажется, разваливается, а мы глубже, глубже влюбляемся в Него и друг в друга. И мы находим силу, когда мы ободряем друг друга, молимся друг за друга, когда мы поддерживаем там, где есть нужда. Бог что-то уникальное сделал в нашем духе. Мы так благодарны, что можем называть друг друга семьей. Это Его любовь нас делает такими, это Его присутствие. Ему нравится быть с нами, а нам нравится быть с Ним. И Он учит нас, и как нам глубже входить. И чем больше мы Его ставим в центре всего, чем больше мы ищем Его лица, чем больше мы сидим в Его присутствии и поклоняемся Ему, и воздаем Ему всю славу и честь, тем больше Он поднимает нас, и ближе мы чувствуем к Нему и друг другу. Это драгоценное время в нашей истории, что Бог, Он плавит наши сердца в одно, чтобы Его мечты исполнились, чтобы Его молитва в этом саду исполнилась. Отец, да будут они одно, как я с тобой одно. Давайте будем продолжать расти в Его любви и помещать Его на престоле. Он наш Царь, Господь и Спаситель, Иисус. Будь центром всего.